Добрый вечер, уважаемые телезрители. Православная программа «Святой Гриша» рада приветствовать вас в прямом эфире в студии Елена Бурдейна. Я с радостью представляю нашего гостя, иеродиакона Макария, насельника Николо-Гришского монастыря, руководителя военно-патриотического клуба «Дозор». Здравствуйте, отец Макарий. Добрый вечер. Ну, наша тема, можно сказать, уже традиционная. Говорим о военно-патриотическом клубе, о ваших подопечных ребятах. Ну, конечно, вот и эта передача у нас не будет исключением. И хотелось бы, конечно, немножко вспомнить, опять вспомнить о том, как прошло ваше лето, поговорить о дне в сегодняшнем. Ну, и хотелось бы, чтобы вы поделились перспективами на будущее, как вы планируете развитие военно-патриотического клуба. Но прежде чем мы вот так кратко прошли по нашему плану, будем его разворачивать, хотелось бы спросить вообще, отец Макарий, а сколько лет дозору сегодня исполняется? Дозору 6 лет на сегодняшний день. Ну, традиционно мы празднуем годовщину каждую, да, каждый год, 5 ноября. Это как раз празднуется день войсковой разведки. В силу того, что в дозоре самый главный профиль — это войсковая разведка, поэтому 5 ноября у нас день разведчика, войскового разведчика. Мы вот празднуем 6 лет. 13-го года начало. Ну, чуть с опозданием, конечно, от всей души. Примите поздравления. 6 лет – это вроде не очень большое, но в то же время это время, когда уже можно подводить некоторые итоги. Но, отец Макарий, вот опять же, если вернуться на 6 лет назад, хотелось бы уточнить, а почему именно военно-патриотический клуб, почему военная разведка, а не, например, не секция восточных единоборств? Вы знаете, можно... Я отвечу вопрос, на ваш вопрос, двумя категориями. Есть общее, есть частное. Вот частное, допустим, это перечисленные предметы, которые вы сказали. Да, это, на мой взгляд, это восточное единоборство. Или взять какой-то другой предмет, который тоже входит в состав воспитания военно-патриотического клуба «Дозор». Если взять конкретно единоборство, то здесь воспитывается в первую очередь одна личность. И как таковую команду, на мой взгляд, не создать. Командный дух. То есть на то они и есть единоборство. Да, где человек с человеком только соревнуется и показывает каждый свои слабые и сильные стороны. Здесь же почему было так поставлена задача и принято решение, то, что сама по себе воинская дисциплина, она способствует дисциплине, дисциплинированности воспитанников, она способствует нравственному созиданию, потому что дисциплина, она все-таки устрояет личность человека и делает сильной. И она способствует, самое главное, чувству плеча. А вот в уставе Вооруженных сил Российской Федерации есть такое слово «войсковое товарищество». Вот это как раз о том, единоборство не может этого дать. Единоборство этого дать не может. А вот войсковая разведка, там, где действительно претерпевая тяготы и лишения, скажем так, военной службы, да, ребята, переступая через себя, через зачастую свое эго, они пытаются жить в коллективе. Допустим, если мы выезжаем в горы, то это в первую очередь, допустим, поделиться друг с другом водой. У нас были случаи, когда действительно происходило воспитание, ломка была, но ребята через себя переступали и в группу выдавали свой запас воды, а когда уже у группы не было, а жажда была сильная. Вот. Да-да. Отец Макарий, сложно ли вот из этих мальчишек, которые по одному приходят к вам, вот создать вот этот коллектив? Вот какие-то методы уже, какие-то наработки, примеры? Наработки обязательно уже есть. За 6 лет уже мы набрали, есть некий опыт, потому что тоже сами шли, ну, в учебниках особо таких вещей не пишут, не напишут. Может быть, мы когда-нибудь там с Божьей помощью создадим такой учебник по воспитанию подрастающего поколения. Но не скажу, что... Или так, скажу так, что любого человека всегда трудно воспитывать, любого человека. Просто здесь в чем легкость? То, что ребята, отроки, приходят еще не сформированной личности. Они только-только, да, у них происходит знакомство с миром, и в это время им как раз и предлагается через
предмет «Войсковая разведка», им предлагается как раз «вот возьми и попробуй». А это как раз вот уже становление мужчины. И в личность складываются как раз вот все предметы, которые есть. Ну вот как раз немножечко, наверное, об этих маленьких этапах, этих предметах, которые помогают формировать маленьких уже богатырей, наверное, современных богатырей. Чем занимаются ваши ребята на занятиях? Вот что или больше, что им нравится больше всего, чем заниматься? А через освоение каких предметов им приходится вот переступать через себя? Есть такая фраза, что плохих учеников не бывает, бывают плохие учителя. И мне еще нравится фраза, что ленивых людей нет, есть люди немотивированные. Здесь то же самое, да, что как процесс обучения поставлен, так и будет отклик у ребят. Но что я скажу? На первом месте, конечно, это изучение основ православия и это участие в богослужениях. Как минимум 4 раза в год, то есть один раз в квартал, у нас происходят детские литургии, где дети пономарят, где дети поют детские хоры и помогают вообще на богослужении, сами стоят, исповедуются и причащаются. То есть это теснейшее единение со Христом происходит. Плюс к этому дети еще, я вижу часто воспитанников и из других кружков тоже монастырских детей на литургиях, которые приходят и участвуют в богослужениях на литургиях по воскресным дням. Это первое. Остальные предметы, войсковая разведка, это обширный предмет, в него входит тактика, специальная подготовка инженерная, огневая подготовка, ну и много-много других именно воинских предметов. Это только вот в предмет сам войсковой разведки. Плюс к этому единоборство, это рукопашный бой. Плюс к этому горная подготовка на клубе фристайл. Здесь вот у нас как раз на карьерах, да, происходит горная подготовка и выезд в конце года в горы Северного Кавказа. Вот. Вот несколько предметов, которые как раз и объединяют. Или под крылом войсковой разведки, под куполом, скажем так, да. Это все происходит обучение, становление наших ребят. Вот какие предметы изучают они. Отец Макарий, очень часто в наше время говорят о мальчишках, что это подрастает такое инфантильное поколение. Вот ваш личный опыт, что говорит об этом, ну и как вообще помочь мальчикам вырасти настоящими мужчинами? У меня есть мое личное наблюдение, начиная вот с вооруженных сил, я увидел такую границу, скажем так, ребят городских и ребят из сельской местности. Ребят из мегаполисов, или главного мегаполиса, да, Москвы, и ребят из поселка городского типа. Эти ребята, приходящие вооруженные силы, и потом уже после армии тоже я видел, да, различие какое? Городские менее адаптированы, скажем так, к труду, что ли, вот проявлению именно. То есть обыкновенному физическому труду, да, подготовка такая. Да, и нужно было что-то подсказать и показать, как правильно сделать. А люди, ребята, приходящие, допустим, из сельской местности, им не нужно было объяснять, они сразу уже с детства были воспитаны для этого. И винить городских жителей в этом смысла вообще нет, потому что это атмосфера, это среда, в которой вот воспитывался просто конкретный данный отрок, там, парень, мужчина. Вот. И здесь самое главное, что нужно будет делать, да, для этого. Скажем так, ну, можно такое слово подобрать, искусственно создать среду, атмосферу, где ребенок будет трудиться. Вот мы и создали искусственно, как бы, да, там, мы создали военно-патриотический клуб «Дозор». Это площадка, на которой воспитываются и нравственно происходит становление этих будущих мужчин, в данный момент отроков. Приходят, уходят мальчишки. Вот кто-то пришел, попробовал, не потянул физически по времени. Мы физкультуры вообще ни одной причины такой не было. У нас не сильно большие нагрузки физические, я имею в виду. У нас нагрузки адаптированы так, чтобы они могли выполнить самое главное поставленные задачи. И, соответственно, применимо к их возрасту,
мы и тренируем их так. Дальнейшая уже там физическая, высокая физическая активность, да, там, что силовая, что кардио для сердечной мышцы, они будут проходить уже, когда сами захотят, и когда у них обязательно будет база, которую мы им даем, и если пойдут служить в вооруженные силы, то там они будут себя уже раскрывать в полной мере, когда, но повторюсь, это нужно сначала база и основа. Эту основу как раз мы даем им. Отец Макарий, вот часто, наверное, у детей всех спрашивают, кем ты хочешь быть? Современные мальчишки. Вообще есть смысл такой задавать вопрос? Или надо сначала вложить в них что-нибудь, чтобы потом, чтобы они, по крайней мере, это вот почувствовали на практике, руками потрогали? Вы уже ответили практически на свой вопрос. Да, действительно, сейчас у детей не нужно, ну, на мой взгляд, не нужно спрашивать, кем ты хотел бы быть. Потому что ребенок еще, как я сказал, он только-только нащупывает, да, он знакомится с миром. И в данный момент он может любую профессию какую-то выбрать, та, которая популярная. Абстрактная. Да, да, но он уже не понимает, что это такое. Зачастую родители говорят, я там для тебя там зарабатываю деньги. Он не знает, как зарабатываются деньги. И упрекать ребенка этим именно, ну, не дойдет все равно до слушателя этот урок. Поэтому здесь главная задача сначала ребенку дать, нравственно поставить его на ноги, объяснить всего того, что мы православный клуб, да, в первую очередь, под покровом, амофором святителя Николая, поэтому в первую очередь нужно объяснить заповеди, и чтобы ребенок понимал, что главное в жизни. Как Господь сказал, ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. То есть для начала нужно показать, что главное. Если человек не будет знать, что главное, тогда он будет просто выдергивать от жизни какие-то вещи, и будет постоянный поиск. Этот поиск может длиться до конца его дней, и он так и не найдет смысла жизни. Как раз вот это самое инфантильное поколение, которое подрастает, которое растет, но никак еще не может вырасти из каких-то вы вот знаете, этих оно, детских оно попыток. Вы знаете, оно не бесперспективное, и нашу молодежь ни в коем случае нельзя ругать. Молодежь хочет, чтобы им дали. Мы просто... Наших воспитанников, у нас один из инструкторов, или главный инструктор, да, он офицер войсковой разведки. И когда мы к ним приезжаем на тренировки, чтобы ребята видели, как действительно работают войсковые разведчики в своей среде, в вооруженных силах, в Росгвардии. Когда мы приехали неоднократно, и к нам пришли, сержантский состав пришел, да, контрактники уже, которые были в боевых действиях, участвовали. И ребят построили, впервые их было изумление. Они, ну, меня спрашивают, а они что, строевой устав знают? Мы говорим, конечно. И когда начали им в лесу работать, подъехал БТР, начали в лесу работать, ну, по легенде, должны были там захватить базу боевиков. Боевиков играли, естественно, тоже разведчики, костер распалили. И все это дело, там был захват с пленными. Они смотрели на эту подготовку. И потом, когда уже им сказали, что занятие закончено, эти взрослые разведчики сказали, что у нас солдаты так не слушают, как детей вы привезли. И дети с великим энтузиазмом просто вот... И друг от друга их нельзя было оттянуть. У старших разведчиков было что дать, а у этих они постоянно... Было да, желание взять это. Они то, каждое что... слово ловили. Каждое. Причем, когда уезжали, они прям... Так вот, прощались чуть ли не со слезами на глазах. То есть вот такое. Я поэтому говорю, что нашу молодежь не, ругать нельзя. Нужно дать обязательно. Вот вы сказали, что спросили меня, да? Физподготовка может быть препятствием? Нет, не может. Просто по состоянию, по качеству своей души не каждому нравится стиль милитари. Не каждому нравится военная подготовка. Ребенок просто видит себя в чем-то другом. Поэтому здесь ни в коем случае нажимать не надо. Надо дать месяц-полтора. Я обычно как родителям говорю, если они дома захватывают вас в плен, если они начинают уже там работать тактически, подкрадываясь, как бы, да, там, то тогда все, значит, можно уже покупать форму одежды. Соответственно, через полтора месяца они уже в строю стоят и уже по военной форме одежды одеты. Ну, в основном горку покупаем. Да, как бы, что, ну. Отец Макарий, есть у вас такое понятие, как выпуск? Вот сколько-то лет определяете на вот этот курс? Вы знаете,
взрослые до сих пор, ну, уже у нас... Взрослые-то, я так понимаю, родители просто присоединились к своим, детям. Да, и уже нас... их мотивируют, по-моему. Как такового мы прям вот каждый год выпуском мы не занимались. Задачу такую не ставили. Кто хочет, приходите, пожалуйста, и все. Мы в любой момент готовы дать, повторить все предметы. Кто-то, если видим, что он уже вот эти предметы прошел, мы усложняем, потому что у нас есть что преподать, чем поделиться. Вот, усложненная уже техника какой-то. Поэтому задача о выписке не стояла. Они сразу как-то сами выбирают себе путь и идут как раз вот учиться какие-то учебные заведения военные, либо у нас двое уже отслужили. Один служил, а сейчас вот один сейчас в данный момент служит и принял присягу. Здесь Макарий, вы вот когда организовывали этот клуб, такая идея сама появилась, вы думали, что ваши воспитанники пойдут, например, в военные там, училища, институты? Нет. Вот такой задачи вообще не ставилось для нас. Как я уже сказал, мы учились не по учебникам, а из-за того, что было огромное желание, вот в сердце просто было, да, это желание заниматься с детьми, поэтому Господь его и осуществил. И задачу «мы вас подготовим конкретно под военное училище или для вооруженных сил» вот мы не ставили. Просто занимались с ними и все. Давали то, что мы сами знаем, сами всегда совершенствуемся, не стоим на месте, и с ними делились. В итоге так получается, что они для себя выбирают уже сами, вот, уже не на ощупь, а выбирают свой жизненный путь. Но самое главное для нас задача не стояла, чтобы ребята были подготовлены там, к военному училищу или вооруженным силам. Главное, чтобы они были мужчинами. Это главное. Ну, да. Вот я хотела спросить еще такое понятие. Часто оно бывает, мы используем в нужных обстоятельствах, не в нужных обстоятельствах, военно-патриотическое воспитание. Вот оно такое заезженное уже, что даже бывает страшно, что мы утрачиваем вообще суть и смысл того, что заложено в этом понятии. Вот для вас, как вы видите себя? Ведь клуб так и называется, военно-патриотический. Ну, из-за того, что военные мы уже с вами в начале передачи сказали, да, что был принят, скажем так, на вооружение для нас предмет «Войсковая разведка», он ребятам нравится. Это не просто даже обычная муштра, где маршируют и шагают там часами, и все. А здесь именно то есть там немножечко... там творческий даже подход. Разведка, она как раз и вся, она без границ. И шаблонно мыслить ни в коем случае нельзя. Здесь заставляет мыслить вот, в первую очередь оружие разведчика – это голова. И, соответственно, те навыки, знания, которые инструктора вкладывают. Патриотический – это любовь как раз к родине. Это не то, что вот избитые фразы, да, там, по телевизору пытаются там, различными вот этими терминами всячески как-то окрасить ненужный цвет в ядовитый какой-то. А это действительно любовь к родине. Это самая первая заповедь. Кто душу свою положит за другие свои, тот обретет ее. Спаситель об этом сказал, поэтому, что бы ни говорилось там какими-то недалекими умами, мы вкладываем правильное понятие, евангельское понятие, что самое первое качество любви – это жертва. Жертва собой для другого, для других. Поэтому воинский долг и воинская жертва вот такая, она как раз и ценилась всегда. Она ценилась всегда. Это подвиг. Воинское братство, да? Не случайно. Отец Макарий, ну вот ежегодная такая у вас такая проверка на прочность проходит в горах Северного Кавказа. У нас есть небольшая зарисовочка из вашей поездки как раз вот нынешним летом. Мы можем смотреть, уважаемые телезрители, и продолжать разговор. Вот как раз про прочность, про единство, которое было воспитано здесь на равнине, ну и вот применительно к условиям таким горным, необычным. Как вообще мальчишки себя чувствуют, вот, наверное, впервые попадая вот в такую обстановку? Вот, похоже, там руководитель как раз поднимается, подъем да. осуществляет. Именно так. Мальчишки как чувствуют? У нас, что хорошо, идет преемственность уже поколений, скажем так, да, то, что старшие ребята, хотя бы один раз побывав в горах, они уже привозят туда снова на следующий год уже приобретенный этот опыт.
и усовершенствованный как раз вот здесь, на базе фристайла. И когда туда приезжают, получается так, что коллектив уже неоднородный. Есть, допустим, те люди, которые уже были один раз в горах, там значки получили, те, кто уже, у кого были уже восхождения, вот, и новички. И как раз вот новичкам в этом отношении очень легко, потому что старшие начинают помогать младшим. Вот это главное. Вот это вот такое братство разведки, как раз они друг другу свое плечо и подставляют. Там нет такого, что я вот здесь был, а ты только приехал, поэтому ты должен делать тот и тот. Подошли, взяли, помогли. И от этого, конечно, растет качество и обучение. И ответ происходит уже вот. Я так понимаю, что горы, вот, например, каждый год преподносят свои сюрпризы, да? То есть невозможно, вот в том году было вот так, и мы вели себя соответственным образом, а в следующем году уже раз, и все заново. Этот экзамен приходится сдавать. Это на 100% я могу утверждать. Каждый год обязательно что-то новое у нас происходит. И самое главное, я уже удостоверился в том, что когда дозор выезжает куда-либо на занятия, либо вот в данном, как здесь сейчас идет в горах, у нас прохождение как раз вот этого курса по альпинизму трехнедельного, тут получается мы обязательно проходим какое-либо испытание. Обязательно. Никогда не бывает так, чтобы было ну просто легко. По сценарию, да, не проходило? Никогда. Никогда. Поэтому мы уже убедились в этом и уже приезжая готовимся. Без молитвы, конечно, там никак этих вещей не обойтись. Без помощи неба, без помощи свыше никак это ну, не сделать. Поэтому здесь обязательно молитва братьев, молитва монастыря, молитва прихожан, родителей, всех молитва там на месте. Она нас всегда сопровождает. И горы – это духовная площадка для как раз вскрытия либо недостатков каких-либо, да, либо даже каких-то там вот таких маленьких подвигов. Побед духовных. Да, да. Вот что в этом году, быть может, вас больше всего порадовало? Вот проявление каких, наверное, качеств ваших подопечных? Я увидел в этом году сплоченную группу. Нас было мало. Но была сплоченная группа. У нас на вершине нас застал туман, и ветер, и град был, и дождь. Это все сразу одновременно. То есть проверка была хорошая. Да, да. Ощущение такое было прям. И мы, ребята друг другу сразу протягивали руку помощи. Друг другу помогали, подбадривали, друг друга поддерживали, делились там карманным питанием своим, водой. Какие-то шутки, поддерживающие именно, да, юмор какой-то такой сдобренный. Вот. И в итоге, когда мы спустились уже вниз, я там уже на месте, наверху еще, вот это вот видел, отчетливо видел, что мы занимаемся с ними не зря, уже вложено в них, и там это все дело вот раскрывалось. Именно вот эти высокие качества. Качество группы, качество плеча товарищеского, они друг другу помогали. Отец Макарий, ну вот так получилось, что вы ну, изначально инициировали создание ВПК «Дозор», там, преподаете, но и от вас во многом зависит духовное воспитание, формирование вот этих юношей. Изначально так вот и закладывалось? Да. Основа должна была быть духовной, это в первую очередь. И есть такое изречение, что солдат без Бога – это разбойник с оружием. Вот, потому что человек должен знать, для чего он работает именно и получает навыки все воинские. И если у человека нет заповедей Спасителя, заповедей Евангелия, то я как сказал, что он будет как в потемках. И можно множество тогда вещей натворить нехороших. А здесь задача стояла в первую очередь через предмет разведки воспитать человека. А воспитать, если само слово так разобрать по частям, воспитание – это возвышенное, может быть, питание или напитывание. Так у Спасителя как раз есть
эпизод такой в Евангелии, где Марфа и Мария, две сестры, и они как раз, когда Спаситель пришел к ним в гости, Марфа начала накрывать на стол, а Мария села у ног Спасителя. И тогда Марфа начала жаловаться, почему вот сестра, ты ей тоже скажи, чтобы она мне помогла. И Спаситель ее укорил в этом. Он сказал, что ты печешься, Марфа. Да, печешься и молвишь о многом, а Мария благую часть избрала. И вот в первую очередь вот эта самая благая часть избрала, вот эта часть, которая нужна, это Слово Божие. И как в Писании написано, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вот мы как раз до ребят и доводим основы веры для того, чтобы они понимали и могли понимали жизнь и могли при разных жизненных ситуациях могли и понимали, почему так происходит и для чего. То есть это как раз точка, где сходится теория и практика, да, получается. Да, да, именно так. Отец Макарий, примеры вот для современных богатырей, какие они и кто является примером? В первую, самую главную очередь, это основание и основание нашего монастыря. Монастырь был основан в честь славы русского оружия, победы Дмитрия Донского, поэтому Дмитрия Донского над татаро-монголами. И изучать можно различные пласты, в первую очередь духовную, когда благоверный князь получил благословение от преподобного Сергия Радонежского. Все небо встало на защиту и на помощь Дмитрию Донскому. Плюс к этому можно изучать даже и тактические моменты. Так называемое бутылочное горлышко. Там именно было применено. Татар заманили вот эту самую узкую часть и в общем... То есть вы даже битву вот с этой точки зрения рассматриваете? Обязательно. А это уже интересно. Этим уже и завлечен. Вот это та история, которая там несколько веков назад была, да, то есть она обретает какие-то современные черты? Конечно, она актуальна сейчас. Это что касается из древних времен. И сейчас из-за того, что нам близко наше время, и нам близки уже наши воины, которые входили в состав различных специальных групп, групп спецназа, разведки, мы обязательно им доводим, рассказываем о случаях героизма, проявления героизма на различных, из различных случаев ныне живущих воинов, либо, к сожалению, погибших. Вот, поэтому они всецело принимают и с этой стороны тоже военно-патриотическое воспитание. Это история, да? Да, участь именно на примерах воинов, которые вот жили, наши современники. Мы говорили о педагогах. Насколько важно иметь хорошего человека, правильного инструктора, педагога от Бога, наверное, который сможет дать мальчишкам то, что им потребуется дальше, даже в тот момент, когда они уже покинут вот это такой юношеский период, войдут за взрослую жизнь. Кто работает с вашими ребятами? Скажу так, что ни одного случайного человека в инструкторском составе нет. Первый, конечно, это офицер наш. По понятным причинам я не могу назвать там фамилии, звания. Но ныне действующий служит, боевой офицер. Участвовал неоднократно в контртеррористических операциях. И с богатейшим опытом. И тактическим, и нравственными планками. Затем инструктор по альпинизму Сергей Вячеславович, инструктор второй категории и очень хороший человек с богатым жизненным опытом. Сергей Сергеевич Молотков, инструктор по рукопашному бою, про смешанным единоборством. В силу того, что до монастыря я занимался тэквондо, мы вместе с ним несколько лет ходили в один зал, я его знаю лично, поэтому он был и, скажем так, призван. Я им предложил, он согласился. И действительно, он тренер с большой буквы. Александр Васильевич Алешин, обязательно наш благодетель, наш
второй инструктор по альпинизму, постоянно содействующий клубу «Дозор» и постоянно человек, который делится своим жизненным опытом, духовным опытом с ребятами. И постоянно находится с нами в горах, это как минимум. Ну, я как руководитель тоже вхожу в инструкторский состав. Ну, такой уже сложившийся педагогический состав получается. Да. Отец Макарий, взаимоотношения с родителями, ну, это всегда бывает, наверное, сложно, потому что родители смотрят на своих чад с одной стороны, безусловно, им хочется как-то оградить их, там, помочь в сложных опасностях. То есть, мне кажется, для педагогов еще вот такая сторона работы, она особенная с родителями. Как ваше общение происходит? Знаете, у нас не происходит, слава богу, никаких каких-то там эксцессов, где родители нам пытаются навязать свое мнение. Ну, такого на моей памяти вообще не было. Наверное, все-таки это грамотный подход инструкторский, где без нажима мы доводим до детей, доносим до ребят все, что мы хотим сказать. Ребята перенимают это. Если бы что-то происходило, родителям не нравилось бы, или там дети начинали в семье как-то себя не так вести. Соответственно, мы бы это видели, слышали, и они приходили бы. На начальном этапе они сразу приходят и говорят: у меня ребенок там какие-то вот такие особенности, склонности есть, поэтому будет там обратить внимание. Балуется, к примеру, да. Но потом, по прошествии какого-то времени, естественно, через несколько месяцев мальчик перевоспитывается. И уже, когда спрашиваешь родителя, как он себя ведет дома, как оценки, вот, говорит, что да, изменился, мы вас благодарим. Ну, вот как-то так. И в первую очередь, конечно, мы ставим... Самое главное послушание – это школа у них, ну, на первом месте. Мы не требуем, чтобы на дозор они там 90% своего времени прям посвящали. В первую очередь школа, в первую очередь. А мы вот потихонечку рядом идем и добавляем еще то, что ребенок получает в семье, в школе, и, соответственно, что-то берет от нас. В итоге получается вот такое круговое вложение в личность. Потому что сегодня, в наше время, этого не хватает. То есть вы с родителями единомышленники? Обязательно. И до недавнего времени мы родителей никак, ну, не включали в учебный процесс, а тут уже как бы родители прям настояли, мы тоже хотим, вот нас, пожалуйста, хоть как-то там проведите инструктаж какой-то. В итоге был выход в лес, родителям показали, что такое компас, рассказали азимут, аварийный азимут, потому что некоторые ходят за грибами, допустим, и родители с не меньшим удовольствием, чем дети, также по лесу. Мы всей группой прям ходили в лес, такой был тандем родительский и детский. Вот, вышли, пообедали. Естественно, в первую очередь, конечно, знания, чтобы получили они. И восторга было не меньше, чем у детей. Ну, не случайно, наверное, к вашим выездам в горы присоединяются родители. И, наверное, они с не меньшим нетерпением ждут лета, чтобы подняться вместе. Да. Это вот, я и говорю, что это то, чего не хватает сегодня. Поэтому... Отец Макарий, вот на ваш взгляд, каких опасностей избегают дети, вот, которые приходят, которые занимаются? Конечно, на эту тему говорили много и сказано уже. Но вот что подстерегает их вот свободно и праздно шатающихся или пребывающих где-то на улице? Вот, вы знаете, человек – это сосуд. И что зальешь в этот сосуд, то этот сосуд и будет выплескивать, скажем так. Да? В Писании слова «от избытка сердца» говорят уста. Соответственно, что в этого человека маленького вложишь, то он и будет, тем он и будет проявлять себя в мире. Соответственно, если сделать духовную прививку в виде вложенных в него знаний, теории и практики, скажем так, соответственно, эта прививка будет срабатывать всегда во всех случаях, когда к человеку будет подбираться такой ядовитый пар другого учения какого-то.
А сейчас вседозволенность, она очень, это самая коварная вещь, так называемая свобода. Когда нет никаких границ, и за ребенком нужен глаз да глаз. Я говорю, да, что он познает мир. Соответственно, мир предлагает... То есть это нормальный, естественный процесс, но он должен как-то быть урегулирован немножечко взрослыми, мудрыми людьми. Обязательно. И когда в него вложено, здесь уже как раз и срабатывает такой внутренний инстинкт самосохранения. Вот эти знания, заповеди, в первую очередь, евангельские, они как раз и дают, что ум уже сравнивает, как в зеркало смотрит, и говорит, это плохо, а это хорошо. Он уже понимает. Вот от чего как раз и происходит убережение ребенка. На эти темы у вас происходят вот беседы? Да. У нас обязательно мы беседуем. Вы знаете, у нас беседы еще происходят таким образом, что мы не садимся прям вот только в классе сели и конкретно изучаем православие. Мы обязательно на примерах где-то в лесу работаем или где-то в горах. Когда происходит какой-то случай, либо хороший, либо плохой, на нем акцентируется как раз внимание, и мы объясняем. То есть, когда вживую сразу, это лучше запоминается. Потому что зачастую, они, приходя из школы, они уставшие, и им нужна практика. И у нас в основном все построено именно на практике. Им так нравится. Поэтому мы вот и выстраиваем именно вот так наше обучение. Отец Макарий, что бы вы пожелали вообще вот современным юношам, вот, которые живут в наше время, которые вот общаются в этом мире, в этом действительно сложном мире, где много искушений, где, как вы говорили, много свободы? Я бы хотел пожелать людей или человека, который действительно может советом своим, рассудительностью помочь в той или иной ситуации. В идеальном случае, конечно, должны быть родители, но святитель Игнатий говорит, что человек, если есть человек рядом такой, да, у которого можно будет спросить, это дар Божий. Вот таких даров Божьих я бы хотел пожелать всем, не только юношам, а вообще всем. Тогда нам станет гораздо легче находиться в этом мире, жить. Ориентироваться. Да. Отец Макарий, спасибо большое за замечательную передачу. Но я думаю, что мы продолжим еще встречаться в этой студии. А сегодня, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. И говорим, как всегда, до свидания и до новых встреч.